После непростой победы над Сибирью наш коллектив с полной концентрацией подошел к подготовке к следующему матчу. Впереди игра с обновленным Анжи на выезде. Коллектив из Махачкалы можно назвать особым раздражителем для Рубина. Желто-зеленые обыграли нас в Казани два раза подряд. Сначала на Казань-арене, а затем и на Центральном. Мы расцениваем этот матч не как реванш, а как игру, в которой нам очень нужно победить. Потому что мы знаем, что все следующие игры будут очень жесткими и тяжелыми. И нам нужно быть готовыми к этому. Какого-то особого настроя на месть у нас нет. Мы знаем, что мы должны зарабатывать очки и побеждать. К поединку с Анжи Рубин готовится выставить максимально боевой состав. К основной группе присоединился ранее получивший небольшое повреждение Алекс Сонг. А вот Рубен Рачина по-прежнему работает отдельно. Также в следующей игре не сможет принять участие Эльмир Набиуллин. Защитник получил красную карточку в прошлогоднем матче со «Спартаком». Его место на поле могут занять сразу три футболиста. Это Виталий Устинов, номинально крайний защитник, Олег Кузьмин, игравший на левом фланге в сборной, и универсал Серхио Санчес. Также есть и Руслан Камболов, способный сыграть вообще на любой позиции и пребывающий в отличном настроении после голевой передачи, которую он сделал как раз на позиции латераля. Подача, удар, перекладина и гол! Жонатас! И Руслан Камболов с новой позиции исполняет голевую передачу, удар в самую девятку головой Жонатаса. После игры была восстановительная тренировка. Кто играл больше, немного пробежали, в зале поработали. Остальные ребята остались на поле и проделали такую хорошую работу. Вот. Сегодня уже все вместе, в хорошей разминке, в хорошем темпе. Немного упражнений, но тренировка небольшая. Вот. В целом уже ноги отпустило, так что восстановились. Кристиан Жонатас продолжает свою голевую серию. Нападающий, забив победный гол Сибирью, набрал отличный ход и демонстрирует хорошую результативность на тренировке. Игрок готовится с большой самоотдачей к махачкалинцам и явно не собирается уходить с поля без забитого мяча. Я очень рад тому, что мы одержали победу в официальном матче, и рад тому, что нам удалось забить. Мы с Максимом Канунниковым два нападающих и чувствуем ответственность за реализацию моментов, потому что это именно наша задача. Ну и, соответственно, мой гол в ворота Сибири не может меня не радовать. Я очень счастлив и за себя, и за команду. Напарник Джуни по нападению Максим Канунников также в предыдущем матче имел несколько неплохих шансов для того, чтобы открыть свой бомбардирский счет в 2017 году. Но Максиму явно не везло. Форвард не отчаивается и планирует исправить ситуацию уже в ближайшее время. К тому же в этом сезоне Канунников уже забивал Анжи. Были моменты, и здорово партнеры выводили. Да, реализация нужно улучшать. Но повторюсь, что главное есть моменты, главное их искать. Голы придут обязательно. Поэтому даже не зацикливаюсь на том, что не забил. Есть следующая игра, я готовлюсь к ней и стараюсь уже реабилитироваться. Игра с Анжи состоится в этот понедельник в 19:30 в Махачкале. Специалисты и букмекеры склоняются к тому, что нас с вами ждет достаточно равная игра. Но все мы прекрасно знаем, что футбол способен преподносить сюрпризы. Верим в команду, верим в победу. Поздравление записываешь кого-то? Подожди. Только он был сказал, на свадьбу что ли? Воу-воу-воу, не выключай! Сначала подпишись.